Мэр Новосибирска сегодня заявил, что не готов променять место градоначальника на президентское кресло. Накануне партия КПРФ внесла его в список двух десятков возможных кандидатов на выборах президента в 2018 году. Но, по словам Анатолия Локтя, он хотел бы увидеть результаты различных проектов, направленных на развитие и улучшение города. Сегодня один мой товарищ давний, мы с ним встречались, он мне задал вопрос, а что правда, что ты в Москву собираешься уехать? Ну вот я рассмеялся, я всегда привожу фразу на этот счет из Высоцкого. Я смеюсь, умираю от смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уеду. И не надейтесь, я не уеду. Поэтому для друзей не волнуйтесь, для оппонентов не надейтесь.